Она была любовницей на протяжении 10 лет. Что-то мне в любовницах было поприкольнее. Заплатите 300 рублей, и ваш брак продолжится. Я в шоке от женатых мужчин. Со мной он будет другим. И ты тоже так думала? Да, я так думала. Тут складывается ситуация, когда он показывает такое. Ты с голой жопой сюда пришла, ты с голой жопой отсюда уйдешь. Просто 3 секунды, и я нашел тебе замену, девочка. Я запуталась. Получается, ты не очень классная жена. Привет, ребята, с вами передача «Честный развод». И у нас в гостях девушка. Во-первых, я могу сказать, что это самый молодой наш гость. Да ладно? Да, ты самый молодой наш гость. А чего добился ты? Нет, ну, быть молодой прекрасно. Карина Нигай, она блогер, она мать, она, кто правильно, разведенка, потому что у нас тут что в основном, разведеночки сидят. Спасибо, что пригласила меня. Я не думала, как и все, наверное, сидящие здесь напротив тебя, что мы здесь окажемся. Что когда-нибудь. Да, что когда-нибудь я буду в этом шоу. Я за ним наблюдала, мне было очень интересно смотреть твои интервью, это было действительно очень честно, открыто и круто. Потому что это развод на честный разговор. Да, однозначно. Готова ли ты? Я, ну да. Я же здесь, я готова. Я тебя не отпущу, пока ты мне не расскажешь всю правду матку. Ну что такое? Что случилось? Ты развелась? Развелась. Давно? Ну, смотри, вот такое какое-то официальное вот это все произошло в марте месяце, прямо вот перед моим днем рождения. Ой, не так давно. Да. Если в детстве новый учебный год начинался для меня с 1 сентября, то сейчас он начинается намного раньше, ведь мне надо успеть к нему подготовить своих детей. Конечно, у наших детей очень много одежды, но купить что-нибудь новенькое к новому учебному году – это уже особый ритуал. И как хорошо, что максимально удобно мне это помогает сделать La Moda. У La Moda есть шикарный детский сегмент, включая премиальные. Представлены и одежда с обувью, и игрушки, и уходовая детская косметика. Широкий ассортимент классных и уникальных детских брендов. Быстрая доставка, возможность получить заказ уже на следующий день. О, кстати, смотрите, что я заказала для своих детей. Итак, для Мии вот такая вот блузочка для серьезных мероприятий из Manga Kids. Так, и вот такое вот там платьице из села. Идеально для школы. Для. А для Тимоши я заказала вот такую офигенную футболку с очень классным принтом. Это, кстати, кинузо. Мой размерчик. Так, и вот такие вот замечательные брючки Томми Хилфигер. Можно просто так? Томми Хил... Просто Томми. А для Тимоши еще вот такие вот брючки Tommy Hilfiger. Ну и, конечно же, я не могла не порадовать своих детей игрушками в честь нового учебного года. И вот для Мии у меня вот такая замечательная шкатулка от Lego для хранения маленьких вещей, которую можно самостоятельно украсить. А потом разобрать, например, это все и поменять дизайн, если тебе надоел старый. Мне кажется, это весело. А для Тимоши вот такой серьезный Lego от Marvel с башней. Я думаю, что мы будем собирать это вместе. Кстати, вещи можно примерить и уже оплатить потом только то, что подошло больше. По промокоду Агата у вас будет скидка 15%. Условия пользования промокодом и ссылка на La Moda в описании. Не только дети могут у нас учиться, но и мы можем учиться у детей. La Moda. Снова в школу. Я ожидала, что это случится. Да, потому почему? Что, ну, это уже где-то на протяжении там последних 2 лет, мне кажется, что мы оба понимали, что это должно случиться, и никто не делал первый шаг. Понимали как? Типа, как что? Нет, с ним я точно разведусь, ладно, поживу еще полгодика. Или что? Что происходило? Нет, ну, типа, ребенок. Да. Ну, какие-то, я не знаю, я тебе объясню. Просто весь 19-й год я прожила почти за границей. Ну, то есть я очень много путешествую в силу своей работы. И как-то вот глобальные проблемы, они вот так в глаз не били, знаешь, вот не показывали себя в полной мере. То есть они как бы были, ты как бы о них знал. Но ты вроде соскучишься, да, там, в поездке, приедешь, вроде как бы и ничего. Переспал, мой ну ладно, привычная фигня. Да, да. И вроде как бы ты с этими проблемами сталкиваешься, и потом такой уезжаешь, забывается,
возвращаешься, опять сталкиваешься. То есть вы бегали по кругу? Да, да, то есть я как-то, видимо, пыталась от проблем уйти посредством работы. Он там в поиске себя и вот этой прочей истории тоже как-то вот. И мы не могли как-то вот, знаешь, поговорить. Не могли вот, честного признаться друг другу, что пора разводиться, да? Да, однозначно. То есть никакие третьи лица? А, нет, ну, сейчас мы дойдем, дойдем до этого хорошо, момента. Хорошо, вот ты развелась в марте, да? А, да. Какие ощущения? Ты знаешь, я думала, что я прям буду рыдать. Ну, в смысле, мне прям будет как-то очень плохо. Нет, единственное, что я, видимо, внутренне это переживала, то есть это не было вообще никак, не выливалось в какие-то слезы, в какие-то эмоции, сверхэмоции, да, то есть, ну, понятно, mm-hmm. что я переживала, но это было из разряда, я как-то внутри пережила, поправилась на 3 килограмма, такая... На 3, я думала, на 30, нет, на 30 нет, это вот нет. переживала, а на 3 это типа съездила на Мальдивы. Как бы, да, вот как бы слабенько, то есть я... Вроде бы, да, я переживала, не могу сказать, что я такая вообще, нет, для меня это было не ерунда. Безразлично, мне было не безразлично. Мне очень дался тяжело момент переезда, я жила с ним в большом доме, переехала сейчас в квартиру и такая типа, ну, плюс... Квартира это классно. Нет, квартира это классно, ну, у меня квартира просто за городом, эту квартиру покупала как бы я совместно с моим мужем давно своей маме. Которая как бы должна была там жить, но она там не жила никогда, то есть так получилось, что она живет там в другом загородном доме, очень далеко от Москвы, и я переезжаю в эту квартиру, там 80 квадратов, а до этого я жила там в абсолютно другой, и я же снимаю дома, вот как у тебя, да, честный разговор, у меня то же самое, у меня дома и постоянно съемки, и для меня даже пространство нужно не то, что мне нужно много пространства, честно, я поняла, что мне вообще не нужно много пространства, мне так комфортно вот как раз-таки в небольших квадратах, потому что я могу передвигаться, плюс я же работаю с одеждой. Представляешь, сколько у меня одежды? У меня была гардеробная 20 квадратных метров Карина забита. Карина, ты да, стилист, да? Она да. стилист. Соответственно, ты снимаешь разные тиктоки да. про одежду, да? Ты да. на этом, собственно, и стала... Это, собственно, и моя, да, моя фишка, как бы, за счет которой я стала популярной. И поэтому очень много вот одежды, ну, техники. Спасибо, ты тоже. Off-white. Старая коллекция, ну да ладно, что выгребла из шкафа. Вот, я... Мне было тяжело, конечно, смириться с тем, что мне нужно вот с этим всем светом как-то умещаться в маленьких квадратах, вот это для меня тяжело. Маленькие квадраты для Карины Нига это сколько? Ну, так я же снимаю 250. Только в гостиной, я же не беру там в спальни в расчет, да, там ванные комнаты, коридоры и прочее. Плюс самое главное это вещи, хранение вещей. У меня рейлы сейчас стоят на кухне, в спальне, в прихожей. Одежда забрызгана жиром от мяса жарки. Да, то есть, ну, одежда везде. Я живу на пакетах, я живу на одежде. Вот реально мне кажется, что я в какой-то... Да, на каком-то рынке, на рыночной лавке. Цепи, все в пакетах. Есть что-то общее с цыганкой, собственно. Вот, и мне от этого как бы тяжело, да, было первое время. Сейчас я вообще привыкла, я уже все обустроила, я уже поняла, как это... То есть свой комфорт. Ты нарушила свой комфорт. Абсолютно, да? Да, я нарушила его, и вот привычный образ жизни, он немножечко пошатнулся. Ну и плюс, конечно, меня еще волновал момент с ребенком, плюс у меня родители, получается, живут в загородном доме мужа, то есть он, ну, это оформлено все на, ну, на его маме, точнее, все, вообще в целом все, что, как бы, как, что у нас приобреталось там в браке, не в браке, все оформлено на его маму. Господи, какая глупость, зачем ты на это соглашалась? А, ты знаешь, в общем, случилась ситуация, когда у него с бизнесом, он потерял бизнес в какой-то момент, и ему нужно было это все, ну, как бы перевести на маму. И я такая думаю, ну, конечно, у человека ситуация, как бы, ну, а я же жена. Тебя? А потому что я жена. И что? Ну, там нельзя было, потому что в браке же все пополам. И типа ты должна была долги выплачивать? Потом. Ну, там какие-то истории, я в них, честно, не вдавалась в подробности. Я примерно поняла суть того, что он может перевести недвижимость только на близкого родственника, но кроме жены. Угу. Потому что с женой делится все. А почему не на ребенка, например? Потому что эта недвижимость была бы непродаваемой, потому что несовершенный ребенок, летний супер, ребенок. Пускай там живет ребенок и мама. Ну, до 18 лет. Ну, в общем, короче, он как бы посчитал, что это неправильно, что вдруг ему нужно будет это продать. Вот, собственно, у меня встречный вопрос. Не кажется ли тебе, вот, не закрадываться ли мысли, потому что у меня несколько было таких примеров у друзей, когда мужья
осознанно оформляли все только на своих родителей. Соответственно, у меня закрадывается мысль, что мужчина это делает с некой такой, знаешь, как бы про запас, думая, что если вдруг я с ней разведусь, то все мое. Да, так, ну я думаю, так и было. При том, что это было, может быть, по причине того, что... хотя, понимаешь, он же это сделал, когда я только ребенка родила. Ну, то есть... еще не было каких-то там сложностей в отношениях, все было хорошо, и он это сделал. Но у тебя не закралась мысль, что странненько? Слушай, ну мне, блин, я была молодая, это было 5 лет назад. Было тебе сколько тогда? 23, получается. Ну, блин, ребенок просто, ну, мозгов ребенок. Не было, ну реально, я как-то об этом не подумала, то есть у меня не было такой мысли. А потом, я когда уже начала анализировать, это уже вот прям вот сейчас произошло, mm-hmm. после развода, и мы как-то с мамой обсуждали, mm-hmm. И она говорит, слушай, ну а тебе, как бы, вот он там бывшую девушку, там, тоже ей, там, ну, ничего не оставил, там, вот она, точнее, жена, бывшая жена. Бывшая жена. Бывшая жена официально. Второй брак. Я четвертая жена. Что? Да. Ты четвертая жена. Угу. Есть стереотипы, что если ты разведенка, то сиди дома и плачь в подушку. Я в честном разводе с этим категорически не согласна. Ну, по отношению к разведенкам, и, конечно, по отношению... подушки, потому что подушка должна нести радость и дарить энергию, особенно если эта подушка бьется в ванне. Компания родом из Германии, которая создает персонализированные продукты для сна, чтобы делать тебя счастливее. Подушка запатентована в Европе, патент UIPO. Внутри подушки находится несколько слоев с разным типом наполнителей. Первый слой – бамбуковое волокно, супер мягкий слой. Второй слой – тактильная пена с красно-синим гелем, пена с эффектом памяти. Третий слой – угольная пена с антибактериальным эффектом, упругая. Четвертый слой – пена с повышенным уровнем жесткости, самый жесткий слой. Переставляя слои местами, добавляя и убирая слои, вы можете регулировать высоту и мягкость, и жесткость. Делюсь инсайтом. Первую ночь я спала на двух слоях, на мягкой тактильной пене и на угольной пене. Идеальное сочетание мягкости и упругости для меня. Идеал найден. Ну все, можете уходить. Быстрая доставка всего за 2 дня и гарантия 3 года. Отличный подарок себе и близким. Бьется фаворит. Мой фаворит. В смысле, надо было ее достать из чехла? Серьезно? А я так и спала. Я думала, что это наволочка. Хорошо, ты знаешь, у меня есть вопрос. Давай. Когда ты встречаешь мужчину... Да. Ты четвертая, да? Четвертая. Который 3 раза развелся. Да. Не закралось ли у тебя мысли? В 19? Нет. Ну, мне было 19 лет. Как бы это же показать. Или все-таки женщины, когда видят, встречают мужчину, который там, сейчас не будем переходить на личности, разводились там, вели себя, дебоширили, изменяли, бухали. И она такая, нет. Со мной будет другим. И ты тоже так думала? Да, я так думала. Я так думала, ну потому что он изменял абсолютно всем своим женам, абсолютно всем. А ты думала, а мне не будет, да? Вот я такая особенная, да? И реально ты в это верила? Да, я в это верила. Но девочки вообще в целом в это верят. Да, все девочки в это верят, к сожалению. Хочется вот сейчас с высоты своего опыта, извините, хочется, конечно, посоветовать девочкам в это не верить. И что, ну мне причем мама моя об этом говорила, как человек с опытом, и как и у которой тоже, да, и взрослый, и пережил там разводы и прочее. Она мне как бы об этом предупреждала, но у меня мама такая, она не будет давить, как-то там говорить, что нет, вот он там плохой, с ним не ходи. Ну она из разряда, это твое решение, твоя личная жизнь. Но она мне предупредила, говорит, Карин, вот посмотри, изменял. Четвертая жена, четвертая, блин. Как можно первый раз войти в брак в целом с... Ну хотя, знаешь, я тебе скажу, что у меня Слушай, мама... когда ты влюблен... Ну вот, а ты за мам, у мамы все хорошо в отношениях с... С папой твоим или... Нет, они в разводе. Угу. Они в разводе. И мама меня... сейчас встречается с человеком, у которого 5 браков, да? Собственно, он мой отчим. В первом браке, собственно, с моей мамой. Все они хорошо вот закончилось. С первого класса, получается. Я была в первом классе, и вот они познакомились тогда, угу. И начали почти сразу То есть жить много-много лет уже вместе. Много очень, да. Так, ну вот, ладно, давай вернемся к теме того, что 4 брака, да, ты четвертая, и тебя это все равно не остановило, и ты верила, что ты его исправишь. Более того, хочешь, расскажу прикол. Хочу. Его третья жена пробыла с ним в браке 3 месяца.
Она раньше поняла, да, что надо сваливать? Да. Нет, что она тут не то? Я тебе объясню. Она была любовницей. Получается, он был женат второй раз, и она была любовницей на протяжении 10 лет. Угу. Такой официальная любовница. Я не знаю, как это даже назвать, у меня нет какого-то особого термина. 10 лет она была в статусе любовницы. Да. Потом, когда там произошло там событие, в общем, он женился на ней. Угу. Они прожили 3 месяца, и она сказала всем спасибо, все свободны, и ушла. 10 лет и 3 месяца. Да, 10 лет. Что-то мне в любовницах было поприкольнее. Да. Я в шоке от женатых мужчин. Какого фига они все гуляют? Вы, наверное, надеюсь, нет, да, мальчики-операторы? Какого фига? А, ты знаешь, мы тут недавно разговаривали с Ваней Чайковым, с моим другом. Я знаю. Да, да, вот, ведущий. И, собственно, мы с ним общались, и он такую теорию выдал, очень интересную, которую вот я просто сейчас анализирую. То есть я как бы не скажу, что я с ней согласна, но вот просто понятно, анализирую. Понятно, что хочется понять систему. Да, и я его как мужчина, я говорю, слушай, Вань, я говорю, ну вот смотри, ну вот почему так? Он говорит, ты знаешь, вот мир, он же движется, да, то есть у нас там новые технологии, не знаю, там мы быстрее живем, мы там больше чего-то потребляем, там ля-ля-ля. И мир меняется, и институт брака меняется вместе с этим миром. И вот сейчас люди, типа, не задерживаются друг на друге. Я говорю, окей, предположим, твоя, ну, типа, теория, она верная. Вопрос в другом, а почему женщины-то задерживаются? Вы более эмоциональны. Я говорю, Вань, я говорю, ну у тебя эмоциональности хватает. Я говорю, ну как бы, ну неправда, мужчины настолько же эмоциональны, у разных людей есть женщины менее эмоциональные, есть мужчины менее эмоциональные. Ну то есть, я говорю, почему у женщин остается вот эта вот привязанность, да, вот желание там до оставаться последнего. До последнего, да, там. 10 лет в любовнице. Да, вот добиться своего, там, жить долго и счастливо, и вот это, знаешь, под занавес, где вот этот happy-end, вот, а почему мужчинам так не хочется? Он такой, ну, хочется чего-то новенького, наверное. Ну, какого новенького? Ну, если 10 лет у тебя одна и та же любовница, это не новенькая. А, да, ну, как бы ты понимаешь, что есть патологические такие бабники, которые вот их меняют, они вообще не цепляются ни к чему, они реально меняют девчонок каждую там неделю, каждую пятницу новое. Ну, это понятно, просто бледуны. Да, просто, да. Вот, а есть вот такие вот, знаешь, которые гнездо вьют с кем-то, вот, правильно? Ну, я не знаю, как это по-другому назвать. Ну, у меня есть такой друг, наш там, сосед, вот он, у него там 4 любовницы, из каждой гнездо, и я всех их 4 знала. В смысле, он живет на 4 семьи? Или? Да. То есть у него жена есть с детьми, с 2, официальная, собственно, и 4 любовницы. И я, собственно, всех этих 4 любов, а это лучший друг моего бывшего, да, чтобы ты понимала. И как-то мне не закралась мысль. А вас радужки? Сейчас все узнают про твои или все знают? Они не смотрят такие шоу и все такое. Да, конечно, потом прилетает. Не-не-не, такого не будет. Так. В общем, и он вьет гнезда вот со всеми этими 4. И причем, мне кажется, они друг о друге знают? Ну, жена точно знает. Вместе справляют праздники, Новые годы. Нет, жена знает, она в курсе, да. И, ну, ему в кайф. Я даже задавала прямой вопрос, мне просто было интересно, просто женское любопытство обычно. Откуда столько сил? Да, я говорю, откуда у тебя столько сил? Я говорю, это же какое количество времени, это колоссальное количество времени, вот этих переписок. Я говорю, как ты прячешь эти телефоны друг от друга, там, от жен? Я говорю, ну, это же от жены, от любовниц. Да, он говорит, я не прячу, я говорю, мне так кайфово, мне так нравится, я тут получаю одну женскую энергию, тут другую, я такая, о, ну, это его образ, я вообще его не осуждаю, ну, в смысле того, как, ну, в смысле, это его выбор, я бы так не сделала, ну, для меня это вообще неприемлемо, в моей картине мира это быть не может. А в твоей картине мира что? Типа, вышла замуж, как вот в сказочках, и жили они долго и счастливо до конца веков. Вот это? Ты знаешь, вот сейчас вышла замуж, наверное, я вообще не хочу. А, я пока. Тоже, дай 5, Я не знаю, может быть, что-то поменяется в будущем, я не знаю. Но прямо сейчас я замуж вообще, я целого совсем не хочу. Для меня замуж из-за развода стало каким-то отрицательным, знаешь, понятием. То есть, если раньше это было... А было положительным? Да, было положительным. Но мне казалось, что это правильно, выйти замуж, там, вот любить друг друга. Я вот тебя прям на слове поймала. У меня есть, короче, ощущение, что это в целом
была не твоя история, и ты не хотела семью как таковую. Смотри, как было. Если девочки в детстве там встречаются с какими-то мальчиками, влюбляются, у них происходит, да, вот это вот коммуникация, общение, то у меня этого не было. То есть у меня даже мой отчим начал переживать в какой-то момент, что я вообще какая-то не такая, и почему я не общаюсь с лицом. Ну, в смысле, я общалась с мальчиками, они все были мои друзья. У меня не было друзей девочек, у меня были друзья мальчики. Но при этом не было каких-то романтических отношений. И он начал даже в какой-то момент переживать. У меня действительно никогда не было вот там, как у девочек, я хочу там вот это кукол, знаешь, там в коляске возят, я буду мамочкой, я вот буду женой. Нет, у меня никогда не было такого стремления, желания, это факт. Но в дальнейшем, когда я уже приехала там в Москву, у меня началась тут там учеба, там работа, я пожила в Америке, я поработала там, вернулась, и я такая, знаешь, типа, я устала. У меня были там отношения, mm-hmm. тоже я там из-за, ну, в общем, короче, тоже не очень приятные, не очень приятно закончились, скорее mm-hmm. так. Отношения были норм, но не очень приятно закончились. И я такая приехала, я устала, я хочу какой-то, побыть, знаешь, за мужем, побыть за мужчиной. Я хочу, чтобы меня дома кто-то ждал. Ну, то есть я вот жила одна, и все. И у меня вот это чувство, оно, видимо, настолько захлынуло, что я... видимо, в космос куда-то послала вот эту энергию того, что я хочу замуж, я хочу быть замужем, я хочу семью, уют, я хочу, да, вот быть, да, вот как-то вот остепениться, что ли, я не знаю, потому что я вся такая, знаешь, человек, энергия, веселье, танцы, вот это все. До вот. Утра. Да, танцы до утра, а здесь я такая, все, я не хочу, ну, все, мне надоело, я устала, не хочу больше. И в этот момент я встречаю, собственно, мужа, и вот это все происходит. То есть, видимо, в тот момент я действительно захотела этого. Ну, я же и ребенка родила. Ну, опять, ребенка родила, да, это была инициатива мужа, он очень хотел сына, он об этом очень просил. И я такая, ну вот, я же его люблю, там, вот ребенок, ну все же рожают детей, это, наверное, ок. Ну, как бы это вот, же... Да, да. То есть, есть но ощущение, это не было что... мое такое, вот. Я хочу ребенка, я хочу быть мамой. Не было я такого. Я об этом говорю, что у меня полное ощущение, что да, это все это не правда. Твое желание. Что, нет, типа, это не было, в какой-то момент так показалось, и ты пошла по наитию, но в итоге вот вся эта семья, угу. это не твое, тебе некомфортно в этом было жить в итоге, потому что когда угу. прошло ощущение того, что... Влюбленности. Да, вот влюбленности, и ты такая посидела 3 недели дома, такая, ну я в целом насиделась, да, а тут уже семья. И вот у меня к тебе вопрос, нет ли, не кажется ли тебе, что, скорее всего, может быть, и ты виновата в этом браке, потому что когда женщина на самом деле, ну в разводе я имею в виду, что когда женщина... не очень хочет-то семью, мужчина-то же это чувствует. А, безусловно, я вообще считаю, что в любом разводе виноваты оба. Mm-hmm. Ну, то есть я никогда не перекладываю, даже если мужчина там изменил, ушел, там повел себя там как мудак, еще что-то. В любом случае, ну, типа, виноваты оба. Но мне кажется, что если бы мой муж посмотрел на мою работу и на меня в целом с другого ракурса, а не с того ракурса, с которого он смотрел, потому что он, типа, женился на девочке, которая там жила его жизнью, по сути, первый год, это было mm-hmm. действительно так, и которая потом такая, я-то тоже с амбициями, я-то тоже могу, я хочу работать, я умею это делать, мне это нравится, я никогда не, ну, то есть у меня не то было То смотри, планов в итоге, дома. Получается, ты поменяла уклад, который у вас был, потому что он же реально женился на девочке, которая должна сидеть дома, угу. и это его устраивало. Да. В итоге ты поменялась. Я поменялась, но еще из-за ситуации, плюс, скажем так, не только из-за этого, это не было первопричинно, но плюс из-за ситуации, которая произошла. С бизнесом. С бизнесом, да. Муж потерял бизнес полностью, mm-hmm. и как бы я, ну, мы вообще в целом с ним привыкли к определенному образу жизни, это какие-то определенные лухари. Расходы. Ну, не то чтобы лухари, прям там никто там Бентли не разбивает ноутбуком, знаешь, как в лухари живут, нет. Но, да, достойно, ну, то есть, понятное дело. И в какой-то момент просто я поняла, что мне нужно взять все в свои руки. И у меня ребенок родился. Ну, то есть у меня уже появился, у меня родители переехали mm-hmm. из Томска в Москву. И я поняла, что на мне сейчас родители. Ребенок, окей, ну, как бы, естественно, муж там помогал, все, но все равно. И я понимаю, что, ну, как бы, если я хочу поддерживать эту историю, у него просто произошел, знаешь, какой сбой? У меня все есть, у меня есть дом, у меня есть там какая-то там недвижка, я ее сдаю, там получаю там, не знаю, там какую-то определенную сумму. Я на эту сумму, да, на Мальдивы не поеду, да, там машины покупать не буду, то делать не буду, вот себя ограничу здесь. На Но в целом хватает, да? Но в целом мне хватает. Вот я буду в одних джинсах ходить 8 лет, мне ок. Я не к тому, что это не должно быть не ок.
у каждого свои, да, но тебя я меня не устраивала, потому что я, может быть, в силу возраста, в силу своей работы, в силу того, что у меня начало получаться, мне хотелось вперед, мне хотелось, ну, там, не то, что я его просила, купи мне машину, купи мне бриллиант, нет, вообще такого не было, но я говорила, я пойду работать, потому что я хочу поехать отдыхать, потому что я хочу, там, не знаю, поменять машину, потому что я хочу, там, жить так-то, а для него это было, ну, зачем, ну, зачем тебе это? У нас все крыша, он говорит, знаешь, любимая его фраза, у нас крыша над головой есть, все у нас хорошо. И меня эта позиция кардинально. Дети в Африке с тобой бы согласились. Однозначно. Еще бы водички. Да, да, однозначно. Вот, кухари. Как бы все, естественно, судят, да, по себе, да, то есть по тому, какой был уклад жизни. Но мне, как человеку, которому вот 28 только исполнилось, мне-то еще хочется, он-то уже посмотрел, наверное, увидел, не знаю, поэтому успокоился. 50? 2? 3? 3? Слушай, ну и разница в возрасте у вас большая, огромная. Да. И он устал. Жить. Я не знаю. Ну, есть ощущение, что он стал жить. Он устал. Типа, когда ты не хочешь уже ничего такого, ты уже везде поездил. Все, да. Ты хочешь сесть за городом. Все, что кому-то доказал. Я-то еще не доказала, а он доказал. Понимаешь? Ну, и... Тут изначально несостыковочка получается. Да, это, слушай, там много несостыковочек, безусловно. Буллинг в мою сторону был вообще жесткий по поводу... А с его стороны? С его стороны по поводу работы больше. Ну, а что такого? Ну, работаешь. Он ненавидел мою работу, и я думаю, это мои догадки, потому что, когда я выводила на этот разговор, он говорил, нет, я твою работу обожаю, все хорошо. Но... Обожаю прямо? Да, вот, да. Это вот такая работа! Да, просто бери работы! Да. Видимо, у меня просто получилось... А почему ему казалось, что ты занимаешься чушью, может быть, да. Нет? Глупая, тупая, безмозглая работа. Мне кажется, в твою сторону это вообще в целом часто прилетает, нет? От хейтеров всяких, типа, серьезно, это профессия, тикток с одеждой, рилинг. Тем более человек в возрасте, ну, как бы, если честно, мы... Ну, это в возрасте, я имею в виду к тому, что многие там мои друзья, ребята, не то что в возрасте, но многие мои друзья, которые делают какие-то шоу на телек, они до сих пор не могут смириться с тем, что ТикТок захватил все, и что это настолько изи дается, это настолько легко, что они считают, что это, ну, не работа и не дело, и что это полная срань, и что это все тупо, тупо и тупо. Соответственно, они не могут это принять. Я представляю, что мужчина, у которого жена... начала на этом зарабатывать, она все это время посвящает, у нее появляются новые знакомые, она может себе позволить 3 раза больше, а он устал как бы в целом, он хочет сидеть дома с детьми, жарить мясо. Ну вот, получается, ты не очень классная жена. Отчасти да, но мне кажется, что в этом случае, это знаешь, как самые успешные блогеры, да, если мы берем блогеров, потому что я про эту сферу много знаю, поэтому беру примеры из жизни. Не про актеров же говорить. Да, беру примеры из жизни. Самые успешные блогеры — это те, кому там их парни, мужья помогают в этом, потому что, ты же понимаешь, что монетизация в интернете, у нее нет потолка, это не так, что я там работаю там за определенную зарплату и выше нее я получить не могу. Да нет, там небесно. А здесь просто, да, вот у тебя нет рамок, то есть ты вот можешь 0 зарабатывать, а можешь бесконечность, ну то есть вот в зависимости от того, сколько ты работаешь и делаешь. И если бы он, возможно, мне, я говорю, поменял вектор, вот это то, о чем я сказала еще, вот когда мы начали говорить, если бы он поменял вектор на то, что это прикольно, мы можем делать на этом деньги, давай мы сейчас, мы вот можем так, по-другому, какие-то проекты, еще что-то, может быть бы это по-другому сложилось, но так как меня постоянно обвиняли в том, что я, мои зрители глупые, я еще глупее, и просто... И весь мир глупый, да, вы все вообще, тупые вы, тиктокеры, вы идите нафиг со своими танцами ушел. Он всегда думал, что я развлекаюсь, это развлечение, развлечение, которое... Ну, это удовольствие же, это, работа безусловно, это работа, которую я люблю, в которой мне нравится. Я не хожу на завод и не делаю то, что мне не нравится, и не плачу по вечерам от того, какая у меня плохая жизнь. Нет. Безусловно, это весело и круто, но я встаю каждый день в 7 утра и фигачу на съемки, и как бы работаю до... Еще и выглядеть надо все время хорошо, да? Конечно, еще при этом надо успеть, как бы, понимаешь, вот всегда выглядеть идеально, чтобы прятка к прятке. Ты постоянно общаешься, ты очень много энергии отдаешь, потому что ты постоянно в какой-то коммуникации находишься. И несмотря на то, что он же каждый день со мной просыпался, со мной засыпал, ну там, если я там не в престурах, да, в каких-то, он же
видел масштаб работы, который я провела, даже во время карантина, когда все там смотрели сериалы по большей части, да, и там ничего не делали, я записала там, записывала инфопродукт, я вставала опять в 7 утра, шла в свою такую студию, у меня тоже примерно вот так, небольшая комната, где я там снимала, и записывала курс. Я его сначала писала, сидела, потом записывала на видео, потом делала презентацию. Но скажи, вот здесь тонкая грань, на самом деле, которую мне тоже интересно понять, до какого момента стоит сохранять семью. Стоило ли тебе, увидя, что твоя, вот просто где эта грань любви, и где друг друга надо перестать тащить и спасать? Вот ты видишь, твоя половинка не понимает, не признает, идет в отрицание. Вообще, в целом, как-то это признаки депрессии, на самом деле, когда человек ничего не хочет. Да. Может быть, тебе стоило сесть с ним и поговорить, сказать, слушай, ну давай поддержим друг друга. Ну, кажется, это тупостью. Ну и говори об этом в кадре. Это будет смешно. Ну, как бы предложить ему какое-то совместное решение, чтобы продолжить этот путь вместе. Или же сказать, короче, я классная, а ты тупой, и уйти. Вот где здесь тонкая грань спасения друг друга? Ну, я тащила на себе вот эту историю из разряда, пытаясь объяснить свою позицию там по поводу многих вещей. Ты звала вещей. Его с собой? С собой куда? Ну, на отдых его возила. Ну, вообще, в целом, типа, говорю, смотри, на самом деле... тебе пошли кажется... со мной в кадр? Ну, да, скажи, вот тебе но кажется, он... что работа тупая. Ну, вот давай я тебе объясню, что это не так. Ну, вот, типа, попытаться это сделать не в конфликте, а по-доброму. Я пыталась. Я не звала его прям в кадр из разряда. Хотя у нас есть совместное видео, даже вот там меньше года там этим видео. То есть вот уже в процессе, когда мы такие поняли друг для друга, что у нас есть проблемы. Он понимает процессы, он даже понимает, что, ой, да, вот тут ты, наверное, ты сегодня устала после съемки. Но когда мы садимся даже за обеденный стол, там просто вот с семьей, там с моими родителями, у него начинается взгляда, ой, у меня мама Ольга зовут, ой, Оль, не начинай, она там на своей неделе моды ходила, развлекалась. А неделя моды – это процесс, где ты не ходишь в туалет один раз за день. Ты не ешь, ты просто бежишь, постоянно бежишь, переодеваясь при этом на улице, в машине, в каком-то туалете, я не знаю, прибегаешь на этом фэшн-шоу, все красиво, ты постоянно под объективами, тебе нужно идеально выглядеть при этом, со всеми общаться, потом налаживать там коммуникацию, то есть такой очень сильный такой нетворкинг, в котором ты постоянно что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и ты не затыкаясь на английском языке еще это все делаешь. И как бы я приезжаю с недели моды, я вот так, у меня неделя, я хожу в черном, у меня депрессия, я вот так в стенку смотрю, я ничего сделать не могу. Мне кажется, я поняла ваш конфликт, и он, наверное, наверняка думают о том, ну вот есть крыша над головой, да. Есть я, есть сын, а она носится по этим фэшн-викам. Нет такого, что мы умираем с голоду, это не необходимость, это твое желание работать. Да, мое. Но я считаю, что если я не реализую свои амбиции... А ему кажется, ну, блин, амбиции... она могла сказать, да похер на этот фэшн-вик. Давай вместе жарить шашлык целый день. Ну, я не могу жарить шашлык целый день. Вот ты меня понимаешь, как я девушка, да. Которая я сейчас пытаюсь... с деятельностью, понимаешь? Если ты не реализуешь свои амбиции сейчас, когда тебе там, мне там 28, да, в там 40, наверное, я об этом бы сильно пожалела. И мне бы уже вот этот шашлык, я бы его просто съела за этот шашлык, который он меня заставлял с ним жарить, правильно? Mm-hmm. Это бы произошло просто чуть позже. Я считаю, что в семейных отношениях очень важно поддерживать вообще любые какие-то начинания, ну, если они там адекватные, да, я в целом ничем криминальным же не занималась, снимала видео себе дома, под присмотром, грубо говоря, то есть, В целом и он, конечно, мог смириться и сказать, моя малышка развлекается, ну и развлекается. Но и поддерживает тебя наоборот. Понимаешь, да, меня даже в момент, когда он мне говорил, она развлекается, меня очень сильно обижал, потому что я, да, окей, у меня классная работа, вообще согласна с этим, работа мечты для меня. Но вот если бы он все-таки тебя поддерживал, ну говорил, называет он это так, но поддерживал, как думаешь, вы могли бы остаться все равно? Я в этом плане цепляющаяся к словам, может быть, но я обижаюсь на это. Я, наверное, единственное, в чем... Никакого компромисса. Компромисс я не сделаю в том, что я не трудолюбивая и не пашу. Я пашу как лошадь, и я очень трудолюбивая, очень и я не развлекаюсь. Ты только про нее и говоришь, ты заметила? Да. Да, я знаю. Поэтому давай-ка переключимся. Вопрос. Общалась ли ты с его бывшими женами?
и любовницами. Я общалась, да, вот с последней, которая 3 месяца побыла женой. Которая 10, ну блин, она 10 лет была с ним. Не считай, что 3 месяца. Ну, я говорю, да, штамп. Она 10 лет была с человеком. Соответственно, они расстались, и вы начали встречаться. Ну вот ты с ней общалась, да? Да, ну так получилось, потому что она захотела в какой-то момент вернуться, но у них были, видимо, какие-то такие очень больные в этом плане отношения. То есть они расстались, они даже официально развелись, то есть там уже все. Когда мы с ним, собственно, начали жить, ну, точнее, даже встречаться, скажем так. И, ну, она мне по телефону, знаешь, что сказала? Нет, откуда я могу знать? Она мне сказала: ты больная? Он ничего не хочет. Он, типа, ну, она еще его обозвала старым дураком. Да. В возрасте. Да, да, да. И, типа, вообще, он ужасный человек, он очень жестокий, и он будет тебе постоянно изменять. И вообще, как бы, такие люди не меняются, одумайся, что ты делаешь. Она меня была постарше. Была, как ты говоришь, ну, она умерла. Нет, она есть. Земля и пухом. Ну, там, лет на 5, наверное, ну, плюс-минус, я не помню. И, в общем, она мне такая говорит, типа, одумайся, я вот, типа, 10 лет своей жизни там. Ну, подожди, она позвонила с какой целью? Сказать, чтобы ты ушла? Ой, слушай, или... да, ну, там, ну, она просто пьяная что-то позвонила, знаешь, вот эти пьяные звонки бывшим. Вот это было из любовницам, раз... да. Женам. Ну, она была же жена, да. Да. Она позвонила, и так как я знала, что он там... ну, с ней общался, ну как, он с ней не то, что общался, он общался, из разряда отвечал на ее сообщения. А типа... у них дети были? Нет, у них не было детей. Отвечал на ее сообщения из разряда, там, Алис, ну, отстань, грубо говоря. Вот, и я знала... И колонка такая, я не могу отстать, у меня нарушены функции. Да-да-да, и в общем он отвечал, и меня, короче, начало это, ну, я ревностно к этому относилась. Алиса, выключись, да? Да-да-да. И я, у меня начало это как-то раздражать, и вот тут она сделала вот этот звонок, это была ночь какой-то, был вообще, не помню, Хэллоуин или какой-то праздник, мы все разнаряжены, и тут раздается звонок, и говорю, или я сейчас возьму трубку, или я сейчас ухожу отсюда. Ну, я такая, типа. Дерзкая. Дерзкая. Да-да-да, вот. И он такой, да, без проблем, типа, разговаривай. И вот я взяла трубку, собственно, поэтому произошло это общение. А, то есть вы только так общаетесь? Нет такого, что нет, вы там... вживую, не... А с кем-то из его бывших ты дружишь, общаешься? Но... Нет? Нет. Не твоего типа женщины? Ну, у него жена умерла, вторая, получается. А первая, он, это было совсем, когда ему было там 19, он первый раз женился, поэтому я даже не видела, я даже не знаю, как она выглядит. Ну, типа, вообще ничего, я не знаю. Вот, там просто ребенок есть, я поэтому, ну, как бы знала о том, что жена была. А в целом ты не наблюдал за тем, какие типажи нравятся мужчинам? Нет ли у тебя ощущения, что мужчины все равно по типажу выбирают очень похожих друг на друга женщин? И вот есть ощущение, что они как будто чего-то ищут и не находят. Вот, соответственно, у меня вопрос к нам, как к женщинам. Может быть, мы чего-то не додаем, и они ищут похожую там на тебя приблизительно, но с другими функциями. Может быть, и мы, нам надо задуматься, может быть, в этом современном мире, как раньше же это работало, почему? Ну вот сейчас вот как вернемся к Чуйкову, да, нашему другу. Он прав. И я даже выдвинула как-то теорию. Я думаю, может быть, надо так вот делать. Ты женился, и брак действительно 4 года. И у тебя есть потом вариант либо продлить его, как подписку, грубо говоря, либо нет, потому что все, как бы время закончилось. Ну, мне кажется, это логично, чтобы не было кучи разводов. Потому что сейчас не работает как раз эта тема, что мы всю жизнь должны прожить с одним и тем же человеком. Все нахрен разводятся. Так вот, может быть, это как раз сейчас не работает именно из-за того, что раньше женщина была ответственна только за домашний очаг. Только за детей, семью, еду, уют, она ходила вокруг мужа и просто была... Жила его жизнью. Ну, была ему вот настолько за мужем была, что она жила для того, чтобы он молодец был. Может быть, из-за того, что сейчас как раз-таки у женщин много амбиций, они хотят тоже работать, реализовываться, почти вот наравне бегут с мужчинами. Может быть, в этом проблема? Может, проблема в женщинах-то? И мужики, конечно, такие, блин, нет, ну нахрена мне это головняк, блин. И слушай, находят себе какую-нибудь такую, которая будет сзади бегать. И говорят, ты самый, я какашечки подберу. Так им скучно. Но они потом идут, да, изменять. Они идут и уходят от них. У меня очень много таких примеров. Я запуталась. Смотри, у меня есть, мы с моей подругой, лучшая моя подруга. Мы так с ней сидели, общались на эту тему, с Винишком. И она говорит, Карин, ко мне там, ну, там какой-то молодой человек, за ней ухаживаю. Он говорит, я хочу умную, красивую,
Амбициозно. Да. Чтобы она работала, чтобы она меня не терроризировала с тем, что ей нужны денежка на маникюр. Это все я. Да. Так. Чтобы она при этом ела со мной по ночам бургеры, а не вот эту вот только зеленую траву. Ты понимаешь, чтобы в сексе была огонь, но при этом. Да, но при этом она не была. Ну, и при этом, монашкой была там при друзьях, лишнего слова не сказала. Это не ты, все, отпала. Все, бургеры и монашка похерили мою жизнь вот. В браке. И у меня подруга такая, она очень тоже дерзкая девчонка, и она такая садится и говорит: а ты зачем в этой всей картине мира? Ты ей нафига? Ну, то есть они хотят идеальных, каких-то несуществующих. Она не устает после работы, она жрет бургеры, при том, что она пашет, и как бы она... Ну, а вот что он взамен? Он не ответил, но просто он будет давать взамен женщине на такую идеальность. Ну, типа... Я буду ее любить? Ну, я буду ее любить, там, обеспечивать, но обеспечивать, опять же, да, чтобы с маникюром и не терроризировала. То есть, если я захотел ей подарить подарок, это вот моя дань. Если я не захотел ей подарить подарок, ну, как бы, у меня сегодня не то настроение, я его любовнице отнес, сорян. Понимаешь? То есть... Какая-то эгоизм. Несостыковка у мужчин и женщин сейчас глобальная. Я считаю, что причина разводов – это эгоизм, что со стороны девушек, что со стороны мужчин. Я считаю, что нет какой-то, что там мужики супер плохие или бабы там сейчас не такие, какие были. Несостыковка. Просто люди живут сейчас моментом. Жизнь настолько быстрая, что люди пытаются жить моментом. И если в моменте, вот как ты говоришь, подписку, да, там продлевать, если в моменте тебе с человеком заплатить классно... Заплатить 300 рублей, ваш брак продолжится. Спасибо, Алиса. Если в моменте, как бы, вы состыковались, вам сейчас круто, и у вас такие жизненные обстоятельства вокруг, это же, ну, много разных факторов, почему брак случается или не случается, да? Если все эти жизненные факторы сложились, вот как шестеренки, они крутятся, классно, а потом кто-то что-то поменял, в голове поменялось, работа поменялась, ситуация, я не знаю, карантин случился, да все что угодно, вот любой внешний фактор в эту шестеренку залазит, и если она дальше не крутится, то люди расходятся. И люди, прежде всего, все сейчас... думают о себе. Вот я смотрю даже на своих родителей. Так. У меня мама... Они хреново тучу лет вместе. Да, о чем речь? Поэтому они для меня... Я смотрела на свою бабушку с дедушкой, да, они вообще всю жизнь прожили вместе, они поженились, когда им было... У меня бабушка в 20 уже родила, то есть они поженились где-то в 18-19 и прожили всю жизнь вместе, и даже почти умерли в один день, поэтому, ну вот серьезно, это тот пример, который вот для меня... И они любили друг друга. Обожали. Да? Ну, правда. Ну, то есть они из разряда, да, они были итальянская семья, из разряда там, эй, ты там, знаешь, вот это все. Но при этом они без друга, да, они не могли абсолютно. И я вот смотрела на свою бабушку с дедушкой, я смотрела на своего отчима с мамой. Но это же они, ну, там, что женщина, что мужчина, они прям не то чтобы жертвуют собой, но это какое-то дурацкое, да, наверное, выражение, но они вот друг для друга, они думают не о себе. Моя мама вообще, наверное, тот человек, мой такой пример, который вообще не думает о себе. Меня иногда даже это, я говорю: мам, пожалуйста, позаботься. А думает вот о нем или там обо мне, да, ну, как о ребенке, понятно, да, о внуке, да, то есть она вот постоянно в заботе о ком-то, и она вообще не думает о себе. И я считаю, что это тоже перекос. Но мне кажется, только в таком формате вот эти браки живут так долго. Хорошо ли это? Не знаю. Я не знаю, я не жила долго и счастлива всю жизнь. Ну, планируешь? Ну, я... Не... Блин, хочется оставлять эту мечту, хочется в это верить. Вот все-таки хочется. Вот девочки вот эту мечту про суперсчастливых, классные. Я просто, знаешь, я не люблю отрицать каких-то вещей из разряда «я в это не верю, этого со мной никогда не случится». Вот я как только... Ну, не стесняйся, правда. Ну, а что плохого? Но замуж я не хочу. Я поняла, что я настолько сейчас мне комфортно в моей жизни. Да, я хочу влюбиться, я хочу там полюбить человека, чтобы у нас с ним были классные отношения. Но вот... Короче, институт брака, и вот дальше следующую какую-то семью, я мне кажется, я не переживу все. Я не знаю, может быть, это страх не пережить вот эту всю историю больше. Но пока я вообще от слова совсем эмоционально не готова. Я не знаю, что случится лет там через 5. Может быть, я абсолютно поменяюсь, скажу: все, я влюбилась, я хочу замуж, я хочу троих детей и сидеть дома. Я не зарекайся, да. Не хочу зарекаться, правда, искренне. Сегодня я не хочу ни замуж. Нет, чтоб мне вот кто-то что-то там указывал, говорил. Мне это не нужно, не хочу. Там детей еще не хочу, потому что понимаю, что, ну, на них нужно время, и как бы я вот в своей работе. Задам тебе сейчас не очень приятный вопрос.
Потому что я знаю, что на тебя в сети, ты ходила ко мне на мамбук, и ты рассказывала про то, что ты живешь с ребенком отдельно. Да. Соответственно, я знаю, что на тебя за это накидывается. Если честно, почитайте комментарии под мамбуком, там просто, ну, тоже, там. Типа, ой, вот это вот, конечно, тварина, да, да, типа, да. Все для себя придумала. А, не кажется ли тебе, что в этом есть небольшая доля правды, потому что все-таки ты очень комфортно обустроила именно свое существование? Безусловно. Развелась. Mm-hmm. Ребенок живет с мамой, mm-hmm. и ты просто предоставлена сама себе и осуществляешь свою мечту. Может быть, проблема в том, что ты просто в какой-то момент не призналась себе в том, что твоя мечта — это работать, твоя мечта — это быть на виду у людей. А я признаюсь. Я хочешь тебе признаюсь? Хочу. Моя мечта — это работа, и вот моя работа, которую я сегодня исполняю, это моя мечта и цель. Я очень рада, что у меня есть ребенок, и что мой муж когда-то настоял на том, чтобы он был. Если бы сегодня, я не знаю опять, что будет через 10 лет, давай берем сегодняшнее. Конечно, мое сегодня состояние. А если бы сегодня у меня был человек, которого я люблю, с которым у нас там семья, замуж, неважно, и он мне сказал: «Карин, я хочу ребенка», я бы сказала «нет». Потому что сейчас я четко понимаю ответственность за ребенка, какое-то количество времени, сколько нужно ребенку отдавать, сколько нужно, ну вот этого всего нужно. И я бы здесь сказала: окей, мой приоритет — работа. Но у меня есть этот ребенок, я его очень люблю. Безусловно, я обустроила все комфортно для того, чтобы жить, работать и исполнять свою мечту. But, чтобы тебе быть счастливой, да? But. Я счастлива, раз, он меня воспринимает как счастливую маму, и мне кажется, что это правильно. И второе, я единственный кормилец в семье, а как бы я все понимаю, окей, мечта мечтой, все круто. Но все равно тебе этот фактор радует, и, как мне кажется, он в душе тебя немножко успокаивает, потому что я уверена, что у тебя, как и у меня, потому что у меня тоже очень много, короче, у меня бывает такое, что я детей вижу, типа, доброе утро, спокойной ночи, доброе утро, спокойной ночи. И да. Я понимаю, что меня внутри это беспокоит. Мне иногда кажется, что я как мать не справляюсь. Меня тоже, да. Именно, да, и меня очень хорошо оправдывает то, что я кормилица в семье. Да. И меня это успокаивает. Ты такой, меня типа... эта мысль вводит в дзен. Типа, ну, ребятки, я, конечно, все понимаю, да, но да. я должна работать. Угу. Но все-таки я себя этой мыслью больше именно утешаю. Угу. Что, типа, если бы поискать возможность, там, не знаю, любую другую, угу. можно было бы меньше работать, можно было бы больше времени уделять. И вот мне просто казалось, что ты именно такую картиночку создаешь. И всегда очень отвечаешь, у тебя очень четкие вопросы на этот вопрос про ребенка. И мне просто кажется, что ничего страшного в этом нет. И это здорово признаться себе, что да. ну да, я поступаю не так, как у нас в обществе принято. Не так, как мать должна вести себя, по, ну как у нас, типа, вот она хорошая да, мать. Да, да, да. Ну и что, как бы, это твой выбор, это твоя жизнь. И я считаю, что это... Круто. Да, ты знаешь, мне кажется, вообще время только покажет, кто был хорошей матерью, кто был плохой, кто сделал правильный выбор, кто сделал неправильный выбор и как он поступал, потому что... Мой ребенок будет меня ненавидеть, но мы будем сидеть на Мальдивах, и он мне будет высказывать все, поедая лобстеры. Да, 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 то есть... Та-дам! Непонятно. Ненавижу тебя, знаешь, лобстеры. Почему ты мне так мало времени уделял? Где мои от Шандун? И ты такой, ну ладно, ладно, мам, ну ладно. Ты какая-никакая моя, да? Да, ну какая есть, да. Вот, то есть, ну, я не знаю, насколько это будет там плохо и хорошо, та ситуация, которая у нас сегодня сложилась, но не всегда гиперопека и вот постоянное нахождение с ребенком в дальнейшем на детях очень круто сказывается. То есть они, не видя, может быть, правильного примера, да, какого-то именно с точки зрения реализации, они потом, ну, вот остаются там маменькими сыночками, знаешь, ну не зря же все эти понятия, откуда-то конечно. Они берутся. То есть какая модель воспитания верна, я ни в коем случае не осуждаю ту, где мамы сидят с детьми. Это тоже сейчас неизвестно, не осуждаю, понимаешь, да, потому нашу. Что некоторые до 5 лет кормят грудью, ты такой, типа, ебать, ну да. это уже смотрится пошло, твою мать, кто да. заберите сиську у взрослого мальчика. Да. И, ну, то есть, опять же, это очень тонкая грань. Да. Просто вот я почему затронула с тобой эту тему, потому что мне кажется, что для тебя, как для блогера, как для инфлюенсера, да. как для человека, на которого люди смотрят, очень важно не бояться признать, что да, может быть, это неверное решение. А я поэтому... И да, я не классная, и нет такого, что ой, ну ребенок счастлив, да ему все равно. Может быть, ему и не хватает матери. Угу. Может быть, потом он психологу будет это рассказывать. Ну и не важно. Ну, как бы, ну, это твой выбор, это твоя жизнь. И даже если ты оступилась в этом моменте, ты потом это поймешь и сделаешь выводы. Ну, как бы, но ты сейчас делаешь то, что ты хочешь. Как
абсолютно самостоятельная, независимая женщина, ты получаешь счастье от жизни. Да. И удовольствие. Ну и вообще, мне кажется, чтобы была счастливая семья, счастливый ребенок, ему важно видеть счастливую какую-то картину мира. Ну, мне так кажется, то есть мы же вот себя окружаем определенными людьми, да, там, ты с определенными людьми работаешь, mm-hmm. дружишь, живешь, там, любишь, неважно. И когда у ребенка есть понимание, что да, мама меня любит, мама работает, может быть, у него потом тоже сложится, что окей, я буду трудолюбивым, я буду работать, я буду там то. Но при этом это не значит, что я не буду там любить своих детей. Ну, короче, в общем, у моей соседки она бросила работу полностью, она дизайнером интерьеров была. Полностью бросила работу, посвятила себя ребенку. У них один ребенок, он уже взрослый, там ему, не помню, 17-18, ну, короче, взрослый пацан уже. И она, мы как-то на какой-то были там вечеринке, и она со мной сидит, общается, говорит, как я пожалела, что я посвятила все. Он говорит, он ушел. Ну, он вырос, покинул гнездо. А я, говорит, его теперь отпустить не могу. У меня, говорит, теперь другая проблема. Как я без него? Рожать я больше, они там пробовали что-то. И она превратится в ту мать, которая будет его тюкать на внуков. Потому что ей срочно нужен новый ребенок. Да, да, потому что, говорит, я не реализовалась. И она мне, причем, сама говорит, хотя меня там все, наверное, я не знаю, за глаза там как-то осуждали за то, что уверена, я работаю. Я уверена, что тебя осуждали. Да. Ну, это можно даже по комментариям. Я уверена, что все осуждают, это 100%. Да, но она мне сказала, она вот так, знаешь, она сидит, мы выпили вина уже, она вот так сидит. Карин, ты такая молодец. Она осуждает, но завидует. Ну, она, по крайней мере, что-то красиво делает в лицо из разряда. Знаешь, ты молодец. Ну, вот я пожалела, что я не реализовалась там как дизайнер, хотя она реально талантливая, я вижу, что у нее классный вкус, я вижу, там, как она дома там все у себя сделала, то есть у нее были реально классные, наверное, перспективы, я не знаю, но она не реализовалась, и вот она говорит, я сейчас, когда он ходит по бабам, общается с интересными какими-то там девчонками молодыми, я понимаю, что я не могу никуда деться. А у меня что, пирожки, да? Она говорит, я не работаю. Он все оформил на маму. У нас, видимо, в поселке все на маму оформляют. У нас проклятый поселок. Мода. Это просто модно. Да, он все оформил на маму. Я сижу, я как домохозяйка, как это, домработница. Вот. Я только убираю, готовлю и жду его дома. Жду, пока он вернется со своих гулянок. Господи, где найти этот священный баланс? Между всеми это невозможно, как бы и так типа считают неправильно, и так неправильно. Так мужчин устраивают, так женщин устраивают, вместе их это не устраивает. Как найти, где, блин, этот священный, блин, баланс, существует ли он вообще в целом? Мне кажется, что это или такой долгий поиск. Я когда смотрю на пары, которые очень долго в отношениях, у них реально, ну, по крайней мере, да, то, что ты видишь, что-то гармоничное происходит, я настолько ими восхищаюсь. У меня есть всего одна пара, давай так. Давай, не это пары, твои родители. Пара, нет, ну родители это, да, понятно. Есть пара вот просто знакомых, соседи? Рандомных людей. Нет, они не соседи, мы вообще познакомились в Африке очень давно. И вот это очень гармоничная пара, при том, что она не работает, но до того, как они встретились, она настолько реализовала себя там в карьере, то есть она там, она добилась, что хотела. Ну, короче, она вот как бы, я хотела то, я хотела зарабатывать столько, я хотела ездить на такой машине, у меня должен был быть водитель. Всегда мечтала о семье, и тут она встречает своего будущего мужа тогда, и он как бы не столько зарабатывает даже, сколько она, но вот у них, значит, влюбленность, все, дальше он стал очень успешным чуваком. Почему? Как она мне объяснила, это наш с ней просто разговор. Она говорит, я поняла, что я тот человек, я достигатор, человек, который добивается своих целей в карьере, и, ну, как пример был, да, и потом, говорит, моя цель была классная, дружная, крутая семья, и я, с каким-то классным уровнем жизни, все, но посредством уже мужчины, да, должен был это как-то там реализовать. И она говорит, и я себя, грубо говоря, не то чтобы принесла в жертву того, что я там вот жена. Нет, это ее выбор, соответственно. Это был ее выбор, она говорит, я очень хотела семьи, очень хотела сидеть дома с детьми и вот заниматься домашними делами. И она сейчас занимается, и она не, знаешь, вот эти вот какие-то затюханные такие ей девчонки. Ей нравится. Ей в кайф, она настолько это любит, и муж у нее... Также ей восхищается, вот как крутой хозяин, ну, то есть я просто слушаю их разговоры в процессе, как он восхищается всем, что она делает, как она говорит, как она мыслит, он постоянно, получается, какая у меня жена, как, вот, нет, вот вы слышали, как она говорит, или вы видите, вот вкусно вам, да, вот жена моя приготовила, и вот они настолько, они уже очень много лет вместе, у них уже двое детей, ну, как взрослых, там, первый класс, и он до сих пор с таким
с таким влюбленным, вот, и я, это нельзя сыграть, это нельзя, блин, не знаю. Да можно сыграть, я артистка, поверь. Ну, ладно, окей, но они не артисты же, он на заводе работает, ну, в смысле, у него завод колбасный, поэтому он не артист. И они настолько влюбленно друг на друга смотрят, что я в этот момент начинаю верить в то, что все-таки любовь есть, просто, ну, наверное, не все вот находят вот эти, не знаю, вторые половинки. Ну, вот смотри, можно сделать, на самом деле, небольшой вывод. Это получается, что все-таки есть успешный алгоритм семьи, если, женщина действительно в первую очередь хочет семью и работает на это, вот в основном это для нее главное, но она при этом должна оставаться интересной и не наскучить мужу, но муж, в свою очередь, тоже должен обожать ее за это, ценить, что она это делает, и всячески за это ее, ну, как бы боготворить и как бы отдавать ей за это сам. Да. Короче, это очень сложная какая-то это формула. Это очень, очень сложная формула. Но, ну, жопу вот эти формулы. Но, опять же, да, то есть она... При том, что она постоянно находится с детьми и дома, она реально интересная и клевая, она развивается, она там что-то где-то учится. Не, ну понятно. Для себя. Вот, она никуда это не собирает. Я понимаю, то есть самое главное, типа, не превратиться вот в эту скучную, однообразную домохозяйку, которая названивает «ты где, ты где», да. Но, соответственно, и муж должен в ответ тоже там не шляться по бабам, а восхищаться так тобой. При том, что у них, понимаешь, у них дома все оформлены на жену. Ну, ты понимаешь, то есть у опять мы вернулись к оформлению недвижимости. Но это же про доверие, дело не в деньгах. Я поэтому тебя дело спросила. Не в доме, не в его наличии или отсутствии. Я поэтому тебя вначале спросила, понимаешь? Не напрягло ли тебя это. То есть он это априори знал, доверия. Что с тобой будет разводиться и, соответственно, себя застраховал аккуратно. Сразу. Угу. Типа, ну, с ней далеко не уедешь, еще годиков 5. Какой совет я хочу дать девчонкам? Ну, смотреть, мы уже обсудили, смотреть все-таки на то, кем человек был до встречи с вами. И делать выводы правильные. Формула идеальных отношений для меня сейчас. Ну, мне кажется, что в этих отношениях мы должны друг друга поддерживать, любить, заботиться и принимать друг друга такими, какие мы есть. Смотри, дальше. У меня есть... Тут мы, допустим, мы выяснили какой-то алгоритм. Есть еще вопрос такой, на тему хайп на разводе. Я недавно видела видео, где ты снимаешь, что ты пришла домой, там, значит, твои фотки в бане, и твой муж с женщиной. Приезжаю, значит, в дом, наших фотографий нет. Вместо наших фотографий вот такие картинки. И знаете, где стоят наши фотографии? Та-дам! В месте, где вообще люди парятся. Детство, хватит уже. Это постанова? Я тебе клянусь здоровьем своей мамы, своим, я не знаю, своего ребенка, что это не постанова, это... Почему ты начала вообще снимать? Я никогда не снимала лично, ты знаешь, до этого, никогда. Вообще, то есть, ну, ты в моих каких-то там вот я блогах ты не увидишь. Что случилось? Это было состояние аффекта, это было, типа, сначала, я сначала не поняла, ну, типа, я даже представить такого не могла, потому что он знал, что я приду там плюс-минус в это время, что я приду домой, это не было так, что я уже здесь не живу, и такая нечаянно нагрянула, и такая, пен забыла, ах вы, да, нет, он знал, что я приду, очень четко это понимал. И мне показалось, что это было, наверное, какое-то показательное выступление для меня. Типа, смотри, другая баба уже тут со мной. Просто три секунды, и я нашла тебе замену, девочка. Понимаешь? Mm-hmm. И я сначала, когда зашла, я ничего не поняла. Я, если бы, более того, я бы вообще не поняла, что в доме кто-то есть. Я на картинке как бы даже не... Я прошла просто мимо. Я увидела сумку в ванной. Чужую, с раскиданными там ватными дисками, с там умывающими средствами. И я понимаю, что в доме баба, ну правда. Ну. И у меня в этот баба момент... в доме. Мне даже, понимаешь, даже нюх не сработал, у меня ничего не сработало, потому что я не ожидала, ну то есть для меня это было настолько неожиданно. И у меня в этот момент, видимо, случилось какое-то, это, наверное, профдеформация плюс, да, у меня случилось состояние аффекта. Профдеформация, между тем, чтобы снять камеру. Я взяла камеру. Типа, ну теперь я снимаю 20. Я никогда ее... Ну, то есть у меня вообще не было никаких там выяснений отношений на камеру. Там вообще, чтобы я о чем-то заикнулась, что мы с мужем поссорились даже. Вообще ни одной фразы. То есть я не хайпилась никогда ни на своих отношениях, ни на вообще чем-то личном. Я даже ребенка, более того, он у меня появляется раз в год на свой день рождения, фотографии, я его не...
свечу 24/7 в сети. То есть я не... я могла бы, да? Ну, ты знаешь, как ну, фотки конечно. С детьми набирают больше всего лайков. Ну, адекватно. Да. Я даже этого не делала. То есть я абсолютно в этом плане закрытый человек. Мое личное, это мое личное. Я профессионал, я стилист, я даю вам знания. Я с вами общаюсь, вы можете все полоскать меня, там, я не знаю, меня со мной что-то обсуждать. Но моя семья тут ни при чем, она но не в кадре. Однако ты схватила камеру и пошла снимать. Почему спросила про это? Потому что есть ощущение, что сейчас вот все, кто разводятся, да, они хайпуют. И меня в этом обвиняли тоже очень много раз. Ну и что, блядь? Вот. И, соответственно, было... Почему подумали, что... Я читала, что все думали, что это фейк, именно потому что показалось, что это... Нет, у меня не думали. Ну, в смысле, я читала директ. Я видела в Ютубе. А, в Ютубе, может быть. Да, и все-таки, да, ну фейк, да, ну постанова, она просто хочет похайпиться на разводе. Вот что ты вообще думаешь на тему хайпа на разводе? Стоит ли об этом говорить? Стоило ли тебе тогда снимать видео? Не прилетело ли тебе за это? Слушай, ссоры из избы типа не выносят. У нас же в России ссоры из избы не выносят. Да. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Правильно ли ты сделала? Надо ли это было? И хочешь ли ты хайпануть на разводе? Хочешь ли ты какие-то дивиденды? Ну, видишь, я же не хайпую на разводе. Я не знаю, я спрашиваю. Ну, я не хайпую. Хочешь? Нет, не хочу. Я вообще, я... Знаешь, как мне там тоже говорили, найми юриста, там, сделай то, а вот давай там сделаем так, а мы все заберем, а мы что-то... Я говорю, я не хочу. Я говорю, я хочу отпустить человека. И как бы вот он остался отцом моего ребенка, я к нему вообще никаких каких-то... какого-то гнева у меня там, не знаю, что нету, я хочу отпустить эту ситуацию, о ней забыть, ну, в какой-то мере, да, и все, и расслабиться, я не хочу об этом мусолить, это в своих соцсетях это показывать, я работаю с серьезными брендами, я как бы не прохайповываю, я не вайнер, там, который на одном видео такой прославился. Но я ты, однако, это видео сняла. Я сняла это видео, и еще раз, это был эмоциональный выплеск какой-то, а мне стало хотела? Обидно. Ты хотела, чтобы люди это увидели и тоже тебя поддержали, или это увидели? Наверное, мне в тот момент захотелось поддержки, мне захотелось... Мне что, просто все увидели, было обидно. Как он мудак. Да, мне было обидно. А знаешь, на самом деле, очень такая тема. Меня же всегда считали девочкой, которая вышла замуж за богатого мужика, и вообще все, чего она добилась... Насосала. Насосала, да. Это было так. И... Но это же не так. Не насосала, а подарили. Это же не так, потому что я работала постоянно. Я сама свою карьеру... Слушай, он мне даже... Я снимала на старую камеру, когда я начала свой блог, я снимала на старую камеру, у меня не было света, у меня не было чего, и когда я сказала, слушай, давай ты мы self-made. Там... Да, да, абсолютно. И когда я сказала, типа, давай что-то сделаем, он сказал, нет. Соответственно, это ты этим видео просто. Хотела все-таки показать, что, типа, вот такой он мудак. Ну, просто его в сети очень часто защищали, что я такая баба, которая делает свою карьеру, а вот он бедненький мужчина, который там ее любит и сидит дома, ждет, а вот она такая сучка. А она тиктоки снимает. Она тиктоки снимает, да. Mm. А это же не так, и как бы, я не знаю, еще раз, я не думала об этом, то есть у меня не было какой-то, знаешь, выстроенной стратегии о том, как я сейчас поступлю. Это было эмоционально. Эмоциональный всплеск. Я это сняла, и более того, когда он на меня выскочил, и он меня просто поднял и вытащил из комнаты. Хорошо, не голый. Да, кстати. Вот. Когда он меня вытащил из комнаты, у меня первая была мысль, во-первых, мне стало страшно, потому что у нас никогда не было никаких там вообще даже физических. Да, физических вообще, то есть от слова совсем этого не было. Мне стало страшно, и я закрылась в спальне от этого, ой, в ванной от этого, от того, что я думаю, ну, блин, мало ли а что. А как сейчас... закончится? Ты в итоге уехала... Слушай, я закрылась в ванной, и у меня вот это состояние сказала, эффекта... Извини, там мои ватные диски и сумка. Ты не могла бы ее в окно выкинуть? Да. Я закрылась в другой ванне, не в той, в которой стояла сумка. Как жаль, надо было в той закрываться. Да, сумка стояла в другой. Вот, посмотри, что там внутри, да. Ну, гадка, о, это себе. О, духи, ты купишь новые, да. Да, вот, я закрылась в ванну, и у меня было такое состояние эффекта, я думаю, так, сейчас он откроет эту дверь, выломает, я сейчас выложу это видео. Я, может быть, бы, если бы подождала минут там 10, я бы его не выложила. Но так как это было на вот этом... Я просто нажимаю ну, еще публиковать. И в это место, наверное. Ну, вот хотелось. Ну, наверное, безусловно. Я не знаю. Говняный поступок. Хотелось, чтобы все увидели, что говняный поступок. Ну, что не я, сука. Не только я. Не только я, да. Я вообще не отрицаю своей вины в разводе тоже, да. Но человек только в разводе, наверное, показывает вот себя во всей красе. Ну, согласись. Ты можешь жить с человеком несколько лет и не знать.
что там кипит внутри, то есть он это никогда не покажет. А тут складывается ситуация, когда он показывает такое, которое ты даже предположить не мог, вообще не мог предположить. И это такое случилось, и, наверное, да, мне, ну, я, видимо, это чувствовала, но не видела. Ну, ты и винишь себя за это или уже проехали? Типа, как случилось, так случилось. А, ты знаешь, я первое, что я сделала уже, ну, когда я удалила. Ушла из дома. Нет, кстати, по поводу, как произошло, ему же надо было срочно эту девочку выводить, потому что он знает, что я-то тоже, это, знаешь, как в песне, я истеричка. Ну, то есть, да, естественно, что я могла бы самоэмоционировать как-то, и он, видимо, побоялся за эту даму, и он ее начал выводить. Почему он не начал, наверное, выламывать двери в ванну, в которой я закрылась? Я в этот момент нажала опубликовать, потому что он в этот момент уводил эту девочку резко из дома. Я ее даже не видела. И я не выходила, потому что у меня тоже был некий страх, что он сейчас на агрессии, мало ли, как себя человек поведет. Я не знаю, хотя такого никогда не было. Но это уже все равно страховка некая, да? Да, некая страховка. Я такая, как бы, это все опубликовала, и я только потом вышла, и они, ну, их не было уже. И я потом пошла, если ты помнишь, там в сторис я выложила там вино, я написала там это классно с места преступления, что-то какие-то вещдоки с места преступления, что-то такое. И я вот в этом состоянии эффекта, а у меня съемка была с Аней Цукановой Кот, о которой мы очень давно договаривались. Ешь искусство? Да, ешь искусство. Ну, естественно, ты понимаешь, это продакшн, это все готовятся, это съемочная команда, студия, все, я не могу подвести людей. И я быстро, а мне нужно было там собрать какие-то вещи, там мне там референсы, я пытаюсь читать это, а я читать не могу, у меня... Ты рыдала? Я не рыдала. Я не эмоциональный в этом плане человек, я не буду сидеть и рыдать. Ну, типа, мне кажется, что я себя в этот момент жалею, а должна встать, сделать и решить проблему. Так и не надо себя жалеть. Ты натура спортсменки, типа, упала на коньках. Да, я спортсменка. В прошлом, да. Все понятно. Поэтому, да, и у меня было такое, типа, я хочу сейчас собрать вещи, быстро отсюда уйти и не увидеть его сейчас. Но не получилось. А что он тебе сказал на это видео? Он не сказал, ты предатель и тварь? Слушай, я собираю шмотки. Я только выходить, меня уже ждет такси. Я только выходить из дома, он заходит, и он мне сказал такую фразу, за которую, наверное, я больше даже обиделась, чем за женщину в постели, не поверишь. Он сказал: я найму хакеров, я удалю к чертям все твои социальные сети, ты с голой жопой сюда пришла, ты с голой жопой отсюда уйдешь. И чтобы тебя сегодня же здесь не было, ты меня поняла? И вот тут я даже хотела заплакать, вот честно, мне было так обидно, и даже в этот момент, это был единственный момент, когда я думаю, серьезно, то есть ты сейчас, я вытащила бабу из твоей постели, я даже тебе ничего не сказала, а я реально, я хотела просто молча уйти, я даже не хотела разговаривать, мне искренне, мне трясло все, я читать не могла, я в руках ничего держать не могла, я не могла собраться, я просто вот в таком, в коме пыталась сесть в такси, и в этот момент меня еще добивают вот этой фразой. И вот это для меня было даже более обидная история. Блин, а почему я сейчас плакать хочу? Это здорово, на самом деле. Потому что это пиздец обидно, на самом деле. Потому что это, да. И потом, он не знал, что я выложила это в сеть. Потому что он, видимо, свою девочку пытался куда-то резко увезти. Он был занят вот этой транспортировкой. Он был сам за рулем, потому что я посмотрела, что машины нет. То есть он не на такси ее посадил, он ее скорее пытался увезти. Пьяный за рулем. Ну не, я думаю, что они уже протрезвели. Спорт все-таки. Да, там. Вот, и когда он мне это сказал, я сажусь в такси, меня просто все трясет. Я доезжаю до студии, мне нужен был на электрозавод наш любимый. И Цуканова такая: а можешь расплакаться в кадре? Такая: не вопрос. Да, кстати, она такая: а я не плачу. Она такая: а ты плакать будешь? Я такая говорю: нет, я не буду, да. Я говорю, вы меня отвлекаете, это хорошо, типа, даже, может быть, хорошо сложилась ситуация, что я сейчас в процессе с вами. И он мне позвонил. Сначала он начал писать смски, потом позвонил, когда я уже доехала до студии, до Ани. И он мне начал писать сообщение, что я как раз-таки плохая женщина, которая выложила видео, зачем ты это делаешь, это все ужасно. Я говорю: а то есть то, что ты... Ну, я про это и говорю. Ужасно то, что ты выложила. Да, понимаешь? То, что я выложила. Вот это, конечно, ты сказал, тварь. Но мы же типа, решили развестись, я могу делать все, что я хочу. Я говорю: ну ты же знал, что я приду домой, что мы еще живем вместе. Ну, как бы я в процессе, я просто покупаю квартиру, и у меня там сейчас вот эти все истории. Говорю: ты знал четко, ты это сделал специально. Ну, как бы, а что ты хотел? Что я,
что сделаю? Скажу, ты молодец, ты красавчик, ты умничка. Слова благодарности бывшему супругу. Спасибо тебе за опыт, за то, что... за сына. Вот, все. Я считаю, что, блядь, выложить видео – это одно, а вести себя так, что тебе стыдно за то, что выложили – это абсолютно другое. Не веди себя так, чтобы тебе было стыдно за то, что я выложила. Да. Вот и все. Да. Крепись. Да. Все будет хорошо. Пытаюсь. Хочется на позитивной ноте… Спасибо, во-первых, тебе за откровенную беседу, но мне хочется на позитивной ноте закончить. Ты все-таки молодая, self-made, успешная женщина, которая прошла все-таки сложный путь, до сих пор его проходишь. Первый вопрос – простила ли ты его? Пока нет. Нет. Ну и ладно. Второй вопрос. Что ты можешь посоветовать молодым современным девушкам, для коих ты являешься все-таки примером? И почему я тебе посоветовала не стесняться каких-то своих, типа, да, может быть, неправильно, да, может быть, факап. Но это я, и я такая, какая я есть. Не могу я нравиться всем, я не 100 баксов, да? Да. Вот. Мне кажется, это важно нести в массы, чтобы люди не надевали на себя картинки, особенно молодые девочки, которые на тебя равняются, потому что сейчас все из себя чего-то пытаются изображать в соцсетях, то, чем они вообще не являются. Да. И вот дай девочкам совет, какой бы ты хотела дать вообще совет молодым девчонкам, которые на тебя равняются, смотрят, и ты для них являешься инфлюенсером и примером. Но если говорить про взаимоотношения, мы сегодня так Конечно. Много о них говорили. У нас про эту передачу. Да, то я бы посоветовала все-таки вот то, что мы задели в начале передачи, смотреть на то, что было в прошлом, смотреть на человека и его действия, которые он делал. И понятное дело, что в 19, когда ты влюблен, когда ты там вообще потерял голову и все такое, сложно это увидеть. Да? Да. Логика все. Но все-таки мне кажется, что нужно смотреть на то, каким человек был. И люди, к сожалению, они не меняются кардинально. Да, могут изменить какие-то там моментики, но вот кардинально, если он изменял другим, то ты не станешь исключением. Если ты четвертая жена, то будет и пятая. Но, то есть какие-то моменты, которые в людях не меняются, это их сущность, и это плохо или хорошо, это только покажет время. Вопрос в том, что вы на себя это уже берете, и вы должны либо это будете потом нести и понимать, что вы это будете нести, и не строить себе вот эти воздушные замки, ну, либо бежать, не знаю, что делать. Либо, может быть, не так быстро выходить замуж. Да, надо... Приглядеться. Приглядеться, да. Ну, не 10 лет в любовнице, конечно. Понимаешь, да, человек же приглядывался. Приглядывалась долго, нет, 3 месяца понадобилось, потому что нет, все-таки нет. Да, да, да. Спасибо тебе огромное за эту беседу. Ты прекрасна, ты действительно вдохновитель, инфлюенсер. Будешь верить в любовь дальше? Я постараюсь. Ну, мне нужно время, наверное, прямо сейчас нет, чуть позже. Ну, я отойдешь, я думаю, что любовь, она все равно настигнет всех. Слушай, я верю в любовь к работе. К работе, к родителям, к ребенку. Вот это та любовь, в которую я вообще верю искренне. А вот в любовь мужчины не так. Я верю в любовь к мужчине или там любовь к женщине. Не верю пока в долгосрочность. То есть у этой любви есть срок. Если у любви к родителям срока нет, у любви к ребенку срока нет, у любви, там, я не знаю, к работе срока нет. Да тоже есть, на самом деле. Может быть, ладно. Да просто, может быть, не стоит нам всем ориентироваться на вот эти вот любовь до гроба. Может, мы действительно живем в том веке, когда любовь на 4 года, а потом либо продлеваем абонент, либо не продлеваем. Я очень волновалась за наше сегодняшнее интервью, потому что мне казалось, что вдруг ты опять будешь немножко картинкой. Но спасибо тебе за то, что ты была супер честной, супер красива в своей честности, открытости. И я очень благодарна, что ты пришла. Спасибо, Карина. Спасибо. А как ощущения от интервью? Ну, это было эмоционально. На самом деле, я рада, что у меня получилось рассказать свою историю, может быть, и показать, как делать не надо, вот, и дать какое-то напутствие, совет девчонкам. Мои ощущения от гостя. Вы знаете, я очень счастлива, что состоялся этот разговор, потому что Карина открылась для меня совершенно... новой стороны, и она была настолько настоящей, настолько интересная и правдивая у нас получилась беседа, что я безумно благодарна, что мы озвучили те темы, которые мы озвучили. И это здорово, что человек не боится и может быть настоящим. Я очень надеюсь, что мы вынесли какие-то полезности, которые вы для себя тоже потом куда-нибудь запишете и будете
думать, ну вот, Агата посоветовала, или ну вот, Карина истину сказала, буду присматриваться теперь к мужикам. Ну и еще хотелось бы сказать, что мне приятно, что во время разговора мы все-таки вычислили какую-то формулу возможности любви и брака, она явно существует. Она очень сложная, там много делений, умножений, все в дискриминанте, надо вычислить из нее корень, но в целом это возможно.